Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. За многие годы своего служения я чаще всего получал в письмах 5 основных вопросов. Пропущу первые 4 и перейду к 5-му. Это вопрос о браке, о разводе и повторном браке. Кажется, что в теле Христовом сегодня очень много различных верований и много путаницы. Мы поговорим о вещах, о которых вы наверняка никогда не слышали, потому что они связаны с изучением еврейских слов и еврейской истории. Половина всех браков в церкви заканчиваются разводом. Половина светских браков в Америке заканчиваются разводом. Статистика показывает, что разводом заканчивается 67% повторных браков и 74% третьих браков. У разводов есть 5 основных причин. Возможно, их больше, но те, кто изучал этот вопрос, выделил именно 5. Первая проблема — неверность. Один из супругов уходит жить к кому-то другому или совершает измену. Вторая проблема с деньгами. Расточительство или нехватка финансов становится причиной споров и стресса, и вскоре семья распадается. Третье — зависимости. Многие люди разводятся со своими супругами из-за алкогольной или наркозависимости, как со стороны мужчин, так и женщин. А вы знали, что женщины тоже пристрастились к порнографии? Сейчас это частое явление. Мы говорили, что таких зависимых женщин больше, чем мужчин. Такие зависимости приводят к разводу. Несовместимость, включая религиозные верования, с которыми супруг не согласен. Несовместимость — это 4-я причина для развода. И 5-я причина — непримиримые разногласия. Это бесконечные споры и невозможность достичь компромисса. Люди не хотят так жить и разводятся. В церкви, в теле Христовом, есть 4 основных верования о разводе. Первое. Если вы развелись, вам нельзя жениться повторно. Есть те, кто в это верит. Есть люди, уверенные, что в повторный брак вступать нельзя. Можно лишь примириться с бывшим супругом. Третье верование. Если вы развелись и хотите жениться повторно, то ваш избранник должен быть вашим единоверцем. И 4-е верование, популярное в либеральных церквях. Можно разводиться и жениться вновь сколько угодно раз, меняя супругов как перчатки. Такие люди уверены, что в разводе нет ничего страшного. Ну, так получилось. Очевидно, что это схоже с верой в крещение Духом Святым. Кто-то верит, что вы принимаете его в момент покаяния. Другие верят, что при освящении. Третьи верят, что Дух сразу наполнит радостью. Четвертые, что вы сразу заговорите на иных языках. Очевидно, что все не могут быть правы в этих 4 убеждениях. А чему же учит Библия? Начнем сначала, с Эдемского сада. Компанию Адаму составляли только животные. Бог сказал, «Нехорошо человеку быть одному, сотворим ему помощника». В переводе короля Иакова написано «сотворим ему товарища-помощника». Это выражение всегда казалось мне странным. Не «помощник», а «товарищ-помощник». Я стал изучать это слово на иврите. Оно происходит от двух слов «эзер», что значит «помощник», а второе слово означает «подходящий для него», то есть «подходящий для Адама». Другими словами, «товарищ-помощник» — это тот, кто вам подходит. Слово «помощь» происходит от еврейского слова «негет», которое также означает «лицом к лицу». Что может значить слово «лицом к лицу» с точки зрения специалиста по браку? Готовы? Спасибо этому ряду, буду проповедовать конкретно для вас. Остальные, наверное, спят, да? Ну что, готовы? Это слово означает «помощник, противоположность». Вы слышали выражение «противоположности притягиваются»? Кто из вас заключил брак с противоположностью? Только честно. Знаете, а ведь так должно и быть. Я откликаюсь очень быстро, когда моя жена еще даже не задумалась над вопросом. Я атакую проблемы. Пэм говорит примерно так.
Я приду через 5 часов. Соберитесь вместе, тогда и поговорим. А я говорю: так, я уже сажусь в машину и еду. Берегитесь. Я вне себя. Я люблю острые ощущения, прокатиться на быстрой скорости, повисеть на мосту вверх ногами. А Пэм — моя абсолютная противоположность. Она всегда говорит: мы настолько разные. Бог так забавно соединяет людей, так забавно. Для чего соединяются противоположности? Цель вот в чем. Вы в чем-то сильны, а другой слаб. Ваша сила покрывает эту слабость. Зачастую в браках различаются даже личности. Вместо того, чтобы отвергать факт, что вы создали брак с противоположностью, вспомните, почему вы создали семью. Вы увидели в человеке то, что вам пригодится. Вместо того, чтобы отвергать это, нужно радоваться и благодарить Бога, что у вас есть тот, кто покроет ваши недостатки. У женщин есть свойства, которые нужны мужчинам. У мужчин есть способности, нужные женщинам. Однако сегодня общество пытается сделать женщин мужественными, а мужчин — женственными. Это совершенно не соответствует Писанию. Библия говорит во Второзаконии, 22 главе, 5 стихе, что мужчина не должен одеваться в женскую одежду, а женщина не должна одевать вещей, присущих мужчинам. Забудьте о джинсах. Их в те времена не было, все носили балахоны, но определенные особенности помогали отличать мужскую одежду от женской. Об этом Бог сказал ясно. Заметьте вот что. Сначала в саду появились животные, затем Адам. Угадайте, кого там не было? Сатаны. Сатана никогда не приходил ни к Адаму, ни к животным. Адаму еще понадобилось какое-то время, чтобы дать животным название. Это заняло не один час. Так когда же сатана появился в саду? Когда появилась Ева? Почему? Потому что сатана понял тогда и понимает сегодня, что происходит, когда два человека соглашаются. Он знал, что Адам и Ева придут к полному согласию. Он никогда не сможет попасть на землю и нанести ущерб, который ему хотелось нанести. Сатана атаковал Еву. Вслед за ней Адам тоже попробовал плод дерева познания добра и зла. И теперь я расскажу интересный факт о мужчинах и женщинах. На иврите «женщина» и «мужчина» — это два разных слова. Покажу вам вот что. На иврите слово «иш» значит «мужчина». «Иш» — это мужчина. Слово «женщина» звучит как «иша». Заметьте, что слово «женщина» включает в себя слово «мужчина». «Иш» и «иша». Разница лишь в окончании у слова «женщина». И вот что интересно. «Мужчина-женщина». «Мужчина-женщина». Я размышлял, почему, очнувшись, Адам назвал Еву женщиной. Думаю, он очнулся, поднял глаза и воскликнул: «Ох ты, женщина!» Но не принимайте близко к сердцу, это всего лишь шутка, святая шутка. Интересно, что когда мужчина женится на женщине, та берет себе имя мужчины. На иврите имя мужчины с самого начала содержится в имени женщины. Бог словно говорит: выйдя замуж, женщина берет имя мужчины. На иврите оба этих слова содержат одинаковые буквы. В слове «мужчина» есть буква «йод». В слове «женщина» есть буква «хей». Спасибо вам. Если присмотреться, можно увидеть кое-что интересное. Йод-хей. Йод из слова «мужчина», хей из слова «женщина». Йод и хей — это первые буквы имени Бога Яхве. Также Йод-хей — это аббревиатура, которая встречается в 67-м псалме. Там сказано: «Пойте Богу нашему». К чему же я веду? Бог не только включил слово «мужчина», слово «женщина», Он поместил одну из букв своего священного имени, слово «мужчина», и еще одну букву своего священного имени,
слово «женщина». Если соединить их вместе, Бог становится их центром. Йод, Хей, Яхве. Соедините эти два слова вместе, и они будут символизировать имя Бога. Но если убрать Йод и слово «мужчина», или убрать Хей и слово «женщина», получится еврейское слово «эш», что значит «огонь». Если убрать Бога из вашего брака, будут проблемы. А вот что это означает. Притча 6 глава, 27 и 28 стихи. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?» «Может ли кто ходить по горящим углем, чтобы не обжечь ног своих?» С самого начала Библии мы видим, что на иврите Бог поместил буквы своего имени, чтобы сказать мужчине и женщине: «Я должен быть центром вашей жизни, центром вашей семьи и вашего брака. Тогда я благословлю ваш брак. А если вы отвергнете меня, ваш брак просто сгорит». Вот и все. Скажите на это: «Я верю». Мы знаем, что брак — это Божий замысел. С самого начала Бог определил, что у мужчины будет одна жена, с которой он проживет всю свою жизнь. Разводов не было. Развод был разрешен законом Моисея при определенных условиях. Но сначала хочу поговорить о самом Моисее. Я покажу вам местописание, которое многие из вас слышали. Послушайте и узнаете, что у Моисея было две жены. Кто из вас не знал, что у Моисея было две жены? Итак, числа, 12 глава, 1 стих, об этом и говорят. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплинку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплинку». Если изучить Библию, в пустыне Моисей женился на Сипфоре. Кто такая Сипфора? Это дочь мадиамского священника Иофора, потомка Хитуры, второй жены Авраама. Моисей был женат на Сипфоре 40 лет, пока пас овец. Откуда же взялась Ефиоплинка? Давайте обратимся к еврейской истории. Иосиф Флавий писал: «Когда Моисей жил в Египте, как приемный сын фараона, он повел армию в Эфиопию, чтобы победить Ефиоплин. Там он женился на дочери царя по имени Тарбис. Он был женат на ней все то время, пока жил в Египте». Теперь внимание. После убийства египтянина Моисей сразу сбежал. Он не взял с собой жену, оставив ее в Египте. Больше она его и не видела. Он считал, что больше никогда ее тоже не увидит. В 40 лет он думал: «Я здесь, а моя жена там, ничего не поделать». Увидев Сипфору, дочь Иофора, священника, между прочим, Моисей женился на ней, и у них родились дети. Библия рассказывает, что после 40 лет, проведенных в пустыне, Моисей вернулся в Египет, уже имея детей от Сипфоры. Тогда же Бог сказал Моисею: «Тебе нужно обрезать сыновей». Они еще не обрезаны. Когда Моисей сделал обрезание, Сипфора взяла крайнюю плоть сыновей, бросила на землю и воскликнула: «Что ты делаешь? Ты сошел с ума? Ты просто кровожадный». Он так на нее рассердился, что сказал: «Выходи из этой гостиницы и возвращайся домой. Можешь забрать сыновей, если хочешь». В гневе Сипфора взяла мальчиков и отвела их в дом Иофора, где оставалась все то время, пока Моисей был в Египте. Есть поверье, что, придя в Египет, Моисей узнал, что Тарбис больше не выходила замуж. Она не знала, где он. Этого никто не знал. Когда он появился вновь и начался исход, Тарбис поняла, что Моисей служит истинному Богу, и захотела уйти из Египта вместе с ним. В Библии сказано, что Египет покинули несколько народов, верно? В их число входили и египтяне. С кем пришлось встретиться Тарбис? Конечно, с Сипфорой.
Мариам и Аарон были во гневе, потому что помнили, что 40 лет Моисей был женат на дочери священника. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплинку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплинку. Желая позаботиться о ней, Моисей повел ее из Египта в пустыню, но его брат и сестра рассердились. Почему же они так сильно рассердились? Просто обратитесь к моему исследованию Ветхого Завета и прочтите мои заметки. Вы увидите, что между Сипфорой, мадианитянкой из рода Хитуры, и Ефиоплинкой огромная разница. Мариам и Аарон никогда не были недовольны Сипфорой. Та вернулась к Моисею вместе с сыновьями и Иофором, который, увидев служение Моисея, сказал, что он взял на себя слишком много. Вы скажете, как же так? Я этого не знал. А я тоже не знал. Но главное, все это произошло до того, как была дана Тора. Все это случилось до того, как Бог утвердил закон о браке и разводе. Мы называем это время «до закона». Я могу сделать своеобразное признание. До закона происходило много странного. Скажу честно, что я убрал бы некоторые истории из Библии. Взять, к примеру, Лота, можно было написать, что он ушел из Содома и Гоморры, и хотя его жена стала столпом, он сумел спастись. Аллилуйя! Слава Богу! Тем не менее, Библия рассказывает, что дочери Лота напоили его, спали с ним и даже родили двоих сыновей. Я объясню, почему это записано. Иосиф Флавий, еврейский историк, писал о времени, когда дочери увидели пожар в Содоме и Гоморре. Он писал, что Бог сообщил Адаму. Адам передал Сифу, а Сиф выбил на кирпиче и камне самое древнее пророчество, что земля будет уничтожена два раза. В первый раз — водой, а во второй — огнем. Адам родил Сифа, Сиф — Еноса, Енос — Каинана, Каинан — Малилиила, и дальше вплоть до Еноха, и потом Ноя. Ной был десятым поколением. После потопа люди начали наполнять землю, зная, что один суд уже совершился. Земля была уничтожена водой. Когда загорелись Содом и Гоморра, Лот с дочерьми укрылись в пещере. Они были уверены, что переживают то же, что пережил и Ной. Земля только что была уничтожена, и их осталось только трое. Дочери решили, что на них лежит ответственность продолжить род и историю мира. Вы понимаете? Это ново для вас. Я уверен, что да, потому что и для меня в свое время это было ново. Я не знал этих предысторий, но вы еще не слышали главного. Мы еще больше углубимся в Слово Божие. Помните, что ситуация Моисея сложилась до того, как Бог дал людям закон. До закона многие женились на женщинах из других племен. Было много разноплеменных браков. Поэтому Бог стал утверждать законы брака. Он хотел, чтобы еврейский народ сохранил свою идентичность, потому что им было запрещено жениться на неверующих и на язычниках. Бог установил строгие рамки, а затем Бог утвердил закон о разводе. Об этом говорится во Второзаконии, 24 главе, 1 стихе. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное», обратите внимание, не сказано, если она ему разонравится, можно развестись. Есть условия, нечто противное.
нечистота, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Во времена Иисуса этот закон был известен как закон о разводе. Обратите внимание на условия. Вы не можете сказать: «Ты мне не нравишься, я избавлюсь от тебя и женюсь на другой». Нет, для разводного письма должна быть причина. Здесь сказано о чем-то противном, о нечистоте. Жаль, что у меня нет времени подробно поговорить на эту тему. Несколько видов нечистоты были наказуемы. К примеру, за измену забрасывали камнями. Измена запрещена в 10 заповедях. Мы читаем, как евреи схватили женщину и сказали: «Закон Моисея велит побивать таких камнями. А ты что скажешь?» Мы знаем, что за измену наказывали, но не получится побить такую женщину камнями, а затем развестись, поскольку она должна остаться в живых. В этом случае нечистота означает не измену. Вы следите за мыслью? Нечистота означает, что женщина была осквернена. В этом случае с ней можно было развестись. Священники в Ветхом Завете должны были жениться на еврейках. Прогрессия была такова. Простые люди, левиты и потом уж первосвященник. Такова была иерархия. Простые люди могли разводиться. Они приходили к судье, отдавали разводное письмо и уж потом разводились. Что касается левитов, Неемия сказал им: «Вы женились на чужестранках. Отделитесь от них и оставайтесь верными Богу всю оставшуюся жизнь». Если жена первосвященника умирала, он мог жениться только на той женщине, чей муж умер, или на той, что не была замужем и связана со священничеством. Понимаете? Бог говорил очень конкретно. И вот что важно. Чем больше у вас духовной власти, тем больше требований налагает на вас Бог. Итак, первая проблема — это неверность. Вторая проблема — с деньгами. Третья — это различные зависимости. Многие люди разводятся со своими супругами из-за алкогольной зависимости. Несовместимость — это четвертая причина для развода. И, наконец, пятая причина — это непримиримые разногласия. Запомните, пожалуйста, все эти пять причин. Я рад сообщить, что вы уже можете заказать в аудио- или видеоформате запись международной конференции «Под шатром» 2019 года. Название моей первой проповеди — «Божества на суде». Служение Христа было, по сути, атакой на греческих и римских лжебогов. А вы увидите, как Христос посмеялся над божествами Янусом, Кастором, Полоксом, Аидом и Никой. После этих проповедей мы слышали много историй о чудесах, и многие люди откликнулись на призыв к алтарю. Вторая проповедь — «Смущение в пророческом лагере Америки». Я разоблачаю четыре взгляда, которые сейчас распространяют. Вера в то, что вознесение церкви — это ложная доктрина. Вера в то, что Антихрист уже пришел. Вера в то, что скорбь уже прошла. И также учение о том, что мы находимся в первой половине скорби. Я разоблачаю эти заблуждения. И я верю, что пророческая информация, которую вы услышите в этих проповедях, поможет вам понимать времена, в которые мы живем. После этого я проповедовал о пророческом значении 2020 и 5780, то есть еврейского Нового года. Я взял языческий и еврейский Новый год и использовал еврейский алфавит, чтобы смело предсказать основные важные темы на ближайшие 12 месяцев. Согласно правилам еврейской герменевтики, этот год соответствует Бытию 48 главе и 2 главе книги Иаиля. Этот метод успешно применяется с 2012 года, и он показал точные результаты. Поэтому мы заранее смогли увидеть, что ждет нас в 2020 году. Совершенный шторм в Америке в 2020 году. Пять параллелей Америки сегодня с жизнью Иезавели. Как повторяется древняя история, включая дух Ваала. Сейчас это новая религия изменения климата.
Узнайте историческую разницу между социализмом и капитализмом и услышьте слово о будущем Америки. А также три вещи на земле, которые не победить атеистам и радикалам. Затем, что говорит Библия о браке, разводе и повторном браке. Исследуя библейские еврейские термины, я объясняю Божий план для брака. Я показал, что до того, как был дан закон, у Моисея было две жены. Я подробно рассматриваю противоречивые учения Христа о Павле, о разводе и повторном браке. Также вы услышите проповеди Томми Бейтса, Джона Килпатрика и Рона Капентера. Каждый из них проповедовал важное динамичное послание. За ваше пожертвование мы вышлем вам прекрасный набор аудиопроповедей. Для заказов пишите нам и звоните, и заходите на сайт, адрес которого на экране. Не знаю, какая тема требует столько же разъяснений, как тема брака, развода и повторного брака. Мое послание казалось с юмором. Когда я рассказываю истории из нашей спэм-жизни, многие почти катались по полу от смеха. Да, это серьезная тема, но юмор не помеха. В конце мы молились за все семейные пары, это было прекрасное служение. Полагаю, что это почти последняя возможность успеть заказать эти наборы. Мы еще напомним об этом предложении, однако сегодня мы показали вам последний фрагмент с международного лагеря. Надеюсь, что эти диски станут для вас благословением. Теперь хочу упомянуть о паре очень важных моментов. Мы вступили в 20-й год и уже записываем в Израиле множество программ с новыми учениями в новых местах. Многие из вас пишут, что вам очень нравятся такие программы из Святой Земли. Многие родители пишут, что их дети в возрасте 5, 8, 12 и 13 лет сидят допоздна или встают рано утром, чтобы посмотреть фестиваль Ман. Это так много для нас значит. Людям нравится узнавать что-то новое о разных местах. Спасибо, что сообщаете нам свои впечатления от нашей программы. В этом году мы посетим много новых мест. В июне мы проведем в Мексике лагерь «Встреча первых народностей». Приезжайте в Южную Дакоту и Монтану. Приезжайте на наше служение на главном острове Гавайев в феврале. Не забывайте, что в марте пройдут два фестиваля воинов. И стройте свои планы заранее. На нашем сайте также можно зарегистрироваться на большой пророческий саммит в конце апреля. В этом году приедут те же прекрасные спикеры. Все это важно, и я благодарен Богу за фестиваль Ман. Также вы можете следить за нами во всех социальных сетях. Там можно слушать послания и читать новости. Мы, как и все остальные служения, рады, что у нас есть такая возможность. Я хочу завершить эту программу благодарностью всем партнерам программы фестиваля Ман, которые помогают нам продолжать вещание, и всей семье Международного центра Омега и библейской онлайн-школы. Напоминаю, что сегодня мы показали вам последний фрагмент из международного лагеря. Надеюсь, что эти диски, которые вы закажете, станут для вас огромным благословением. Ну, а я призываю вас продолжать молиться за нас. Да благословит вас Бог!